Мальчик провалился под лед в Екатеринбурге. Инцидент произошел днем на реке Патрушихи в Академическом районе. На этих кадрах испуганный школьник, хватаясь за снег, пытается выбраться из ледяной воды. Вскоре на помощь бросились взрослые. Ребенка вытащили из воды и передали родителям. Пока спускался, там уже был мужчина в робе какой-то, красно-черный, ну, рабочей формы какой-то, и женщина. Вот мужчина в воду прям нырнул и выталкивал оттуда, но я уже на берегу вытаскивал.